Итак, всем привет, давно не открывал ящички. Хочу открыть вот этот. Денег мало, но три штуки откроем. Посмотрим, что выпадет. Плохие тут только три вот эти пушки. Нет, четыре. Вот это и это. Все остальное можно отбить. Ну, пробуем. Ну понятно, конечно. Блядь. Пробуем еще раз. Ну вот дай ты ножик-то, что-то чуть-чуть осталось. Не дал. Ладно. Третий, последний. Ну, конечно, Фамас, ептать. Ну, блядь. Главное, три раза и все три плохие, которые не соответствуют. Ну, вот как так? Да, больше я открыть не смогу. Ну, ясно, ладушки тогда. Так, где они у меня? 91, 148 и 102. Так, пробуем другие тогда. Есть Рио. Сколько можно открыть? Только два. Ну, давай два. Здрасте. И здесь не повезло. Не, тоже не повезло, это другой кейс. Так, и что у нас? Вот эти ящики. И все, денег нет. Чуть-чуть, да, ВП не доехал. Ну, вот так вот, ладно. Что же он даст-то мне вот? Можно, конечно, апгрейд попробовать, но что-то с апгрейдом я не знаю. Меня апгрейд что-то не очень нравится, я смотрю. Напрягает. Шесть рублей. Ладно, апгрейд попробуем. Апгрейд. Блять, как-то страшно. Ладно, давай эту пробуем. Так, 6 рублей. Делаем 10. И какой шанс? 43%. Почта есть? Что-то ничего интересного-то и нет. 55% пробуем. Да, успешно. Ладно же. От 6 поднял до 7. Зараза. Так, пробуем еще раз, да? Аж
что у нас тут есть-то? Так, нет, что-то как-то не хочу. Лучше сделаем контракт. Да, не повезло. Не повезло. Так, мне другу надо УСП, а его здесь нет. Здесь нету УСПа. Так, а это что, сколько? 63%. Да, все, влетел. Так что вот, ничего не повезло. Надо было вывод делать, трех пушек, наверное, хотя бы. Хоть что-то бы себе поднял. Ну, ладно. Все, вот. Пооткрывали ящики. И все впустую. Ну, ладушки. Значит, сегодня не мой день. Все, давайте, всем пока.